На площадке Петербургского международного экономического форума между Ульяновской областью и компанией «Содружество» достигнута договоренность о создании логистического терминала по разгрузке и загрузке сельхозпродукции через Волгу. Соглашение выгодно обеим сторонам. Ульяновску приход инвестора поможет организовать дополнительные линии экспорта и создать новые рабочие места. Что нас интересует эта площадка, поскольку она дает выход не только с возможностью отгрузки железнодорожным транспортом, но еще и возможность отгрузки рекой. Поэтому для нас это некий такой критичный точка, которая для того, чтобы собирать и зерновые, и масличные, и отправлять их для переработки в Калининград и на экспорт. Группа компаний «Содружество» – лидер среди российских переработчиков сои и масличных культур. После создания логистического центра инвестор приступит к строительству промышленной площадки. В дальнейшем соглашение предусматривает, что после создания вот речного терминала они будут строить еще маслоэкстракционный завод по переработке подсолнечника. Предприятие будет перерабатывать 2000 тонн соевых бобов и подсолнечников в сутки, чтобы на выходе получить масло и шрот. Объем инвестиций составит не менее 10 миллиардов рублей. Будет создано 200 рабочих мест. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».